Всем добрый день! Сегодня решила показать видео, как я крашу волосы, какую применяю краску для окрашивания волос. Вот поближе покажу. Это краска Игора номер 4. Внутри находится вот такой тюбик. И еще отдельно продаются вот такие как бы контейнеры. Здесь подписана окислительная эмульсия вот в одной, и во второй стабилизатор цвета. Но для того, чтобы они не перепутались, они вот так вот в мешочках каждый отдельно стоят, что и очень удобно для продавцов, ну и для нас тоже, естественно, достало, что если мне нужна окислительная эмульсия, открываю вот этот уже контейнер, открываю и добавляю туда сразу краску и, в общем-то, перемешиваю сразу уже в контейнере. И вот такая вот ампула с некоторых пор появилась для блеска волос. Уже она, вот эта жидкость наносится при ополаскивании. Когда ополаскиваем волосы, тогда ее наносим на волосы. А, нет, мы ее наносим в стабилизатор цвета. Не наносим, а смешиваем со стабилизатором цвета и наносим уже потом на волосы. Вначале, но я стараюсь экономно использовать краску. То есть вот здесь положено, как вот в парикмахерских бы стали красить весь тюбик, использую это я. Так как все-таки краска дороговатая, я использую только половину. Вот половину выдавливаю сюда. Во всю будем? Легко довезу. В половину. Вот. Или бывает, что убираю половину и в половину опускаю, только вот выдавливаю краску, смешиваю и потом наносим на волосы. Но вот я сегодня специально волосы не вымыла, и чтобы вот не на чистые волосы нанести краску. Теперь будем приступать к смешиванию. Вот выдавливаю, как и сказала, половину. Давай ты будешь давить. Все. Угу. Еще, конечно, нам нужны перчатки для этого, для достижения этой цели, но вот не взяла перчатки в магазине, где продают краску, поэтому куплены у меня типа хозяйственных перчаток, такие вот плотные, хорошие. Будем использовать их, одевать. Хорошо все тщательно перемешиваем, чтобы не было, чтобы была однородная масса. Терпимо. Так вот, мы сейчас покажем, как окрашиваем волосы. Не судите строго. Красим так, как удобно нам, а не по правилам. Возможно. На кухне. Там у нас для косметики все. Нам не видно будет было красить в камеру. Все. Или зеркало.
то, что у нас получается. Неси мне, пожалуйста, для бровей. Шапочку я не одеваю. Сначала одевала. Мне кажется, волосы более темнее. Видимо, окисление происходит при воздухе сильнее, что ли, вот это вот окрашивание. И не стала я одевать шапочку. Становлюсь более черная, что ли, так скажем. И еще то, что вот здесь остается, допустим, в паночке, я использую так. Хотя там написано не красить брови. То есть покупайте отдельно дорогой, так как здесь, в общем-то, считаю, что и так, оно нормальное по качеству. Вот я тихонько там бровки прокрашиваю. Брови становятся тоже потом черные. Их подкорректировать можно в любой момент, в крайнем случае. Вот так. Угу. Продолжаем. Вот сюда я в коробочку вывалила часть стабилизатора цвета. Туда же сейчас из ампулы выливаю эту вот жидкость для блеска волос и мешаю, размешиваю. Пилочку в дело сделала. Вот. И все вот это вот, что у нас получилось, наносим на волосы. Так как уже краска у меня смыта, поэтому кольца можно снять. Так, вот эту вот массу наносим на волосы. Распределяем по волосам. На брови тоже нанесем. Я тут как чертик вся измазанная. В прошлый раз брови мазала. Посмотрела потом все лицо. У меня оказалось в краске. Сейчас постаралась отмыть немного. Сколько получилось. Но все равно оно еще будет отмываться. Так вот тщательно втираем. Ну вот я не знаю, куда было бы, если еще больше, но и так уже все волосы обработаны, так можно сказать, все намазаны достаточного количества вот этой как жидкости, вот стабилизатора этого. Если было бы в два раза больше, то было бы, мне кажется, излишки. Я всего трачу в половину. Вот теперь так немного побудем и буду смывать.